Сегодня в системе МВД России отмечают День образования патрульно-постовой службы полиции и общественной безопасности. В Новосибирской области в эту дату традиционно проводят торжественный развод сил и средств ППС в самом центре столицы региона. Сегодня ППС – это современное, мобильное, технически оснащенное подразделение, в составе которых мобильные взвода, подразделения кавалеристов и кинологов, специализированный взвод туристической полиции, и все эти подразделения способны выполнять оперативно-служебные задачи любой степени сложности с высокой степенью самоотдачи. На полицейских патрульно-постовой службы приходится главная нагрузка по обеспечению общественного порядка. Работают сотрудники ППС в любую погоду 7 дней в неделю, в том числе достойно и с полной самоотдачей, выполняют возложенные задачи на территории новых субъектов в зоне специальной военной операции. На торжественном разводе отличившихся в службе награждают благодарственными письмами и грамотами. Я хочу вас, уважаемые товарищи, коллеги, поблагодарить за надежную службу, за то, что у жителей Новосибирска и Новосибирской области есть чувство защищенности, за то, что родители отправляют своих детей на улицы в любое время суток, не опасаясь и не боясь за то, что что-то произойдет. Хочу пожелать, чтобы в вашей службе поменьше было инцидентов, чтобы окружающие граждане вас уважали, чтобы у ваших родных, близких, коллег было также все благополучно.